господа, полковник... Ой, точно смотреть будем? Да не, на самом деле заебись. Бутеренко на связи. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сделать будет заебись. Самый омерзительный. Я, правда, не выспавшийся был вообще. Я такой стою вялый. Лёха Кореш, Саня Парадеевич, Диман Ликс. И отдельное спасибо Владу Палагину за то, что писал бомжей стримеры. Ну, блядь, я стоял вообще, не, я уставший был. Нас уже просто никто не берет для того, чтобы мы за свое дерьмо записали, да. Спасибо огромное. Бать, у тебя пузо, чел. У меня нет нахрен пуза никакого, ты понял? В общем, реально, пацаны, инстаграмчик, потому что твича нет. Есть и то, и то. Короче, инстаграмчик, твич вот тут выплывает, прям надо сюда. Палагин гений, кстати. А тут пенсал выскочил, да? Суть сегодняшнего ролика такова, то, что мы собираемся... Смотрите, уже 37-я секунда ролика, а уже разрывные залетают. На студии у Влада делаем трек, каждый накидывает, у каждого есть по 30 минут для того, чтобы накидать свой куплетик, и после этого мы снимаем клип. Я еще, ну, придумал небольшой интерактивчик, короче, чей кусочек будет самый пи***тый, у нас есть жюри, вы потом узнаете, кто это будет жюри, тот получит от меня 100 тысяч рублей просто. А, реально? Слава это не говорил! Я шучу, не, реально. Реально? Все, короче, пацаны, не знаю, думаю, долго не надо разглагольствовать, короче, опыт... Пацаны, ну вы знаете, за кого голосовать, сразу все на сапки идет. Угу. В принципе, у нас у всех нет, там, у кого-то больше, у кого-то меньше, но там в целом мы не музыканты, мы долбоебы, стримеры, блять. Поэтому погнали на студию делать свое дерьмо. Надо сейчас будет быстро биточек набросать, погнали. Пацаны, очень важно, досмотрите этот ролик до конца, потому что помимо тех... Ну похуй, не за меня, я говорю, если выиграем, то все сапки сразу подарю, если нет, ну похуй. Эмоции, которые вы испытаете, то есть такой, ну такая эмоция распространенная, как кринж, как бы, вы в конце посмотрите и лицезреете клип, над которым мы старались. Вот мы его снимали, ну у нас продакшн как бы нет, один Сеня снимал, ему огромный респект. Поставьте лайкусера, пиздец, приятно будет, нахуй. Не, все, я серьезно говорю, просмотр. Сразу же причем говорю, как грязная, приходит бабки. Блядь, Влада Палагин, он здесь бледей просто только так умеет. Кстати, хата прикольная. А что ты делаешь? Кушаю яблоки. А, понятно. Ебать! Откуда у тебя это все? А, ну я купил этот аккаунт на сайте LOL Steam. А что это такое? Что это за сайт? Ну, это форум, где можно продавать, покупать аккаунты по разным играм, таких как Valorant, CSGO, Dota 2, PUBG, GTA 5. Ну, а также там можно купить аккаунты для мобильных игр, там Brawl Stars, Free Fire, PUBG и так далее. Вот. А еще на LOL Steam как бы все аккаунты для игр стоят очень дешево. Ну, если не веришь, можешь зайти и проверить. Ну, я тогда пойду себе покупать аккаунт пока. А, ну давай, это пистолет мой, отдай, дурак. Тут только камень и ножницы. А так делают? Да. Батуны. Он первый. Это создатель, да? Блядь, камень, ножницы, бумаги, блядь. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А чё, ты долбоёб, ты чё, снимай? Мы без бумаги, блядь. Я гений, камень, ножницы, бумага. Они ещё до меня докопались. Без бумаги? Да. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Оп. Ты... Сюда, нахрен. Ок, чампа. Кто-то из вас первый. Камень, ножницы. С бумагой. Нет, камень, совсем. Ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. О-о-о! Чел, Ванёк ещё и первый был. Потом Диман и между собой, давайте решим. А, давай. Суефа. Я третий, можно? Давай. Суефа. Блядь. Я последний. Окей. Бля, не ожидал, что трек так хуёво начнётся? Пиздец. Мне кажется, вы нахуй ролик вырубят, блядь. Слава, может, блядь, в конец его лучше. Пацаны, вы знали, куда заходили, блядь. 200 тысяч лайков, и мы отъебём Димана в жопу. Показывает ножницы. А может, 100? Диман наставит на 100 тысяч, блядь, мы работаем уверенно, ёпты. Я хочу покакать, я чё буду покакать. Я сделаю вам королевский минет. Ну, мужики, блядь, ну, нет, ребята, мужики, что? Мужики, ну, мужики. Это фристайл, я не мог другого сказать. Мужики, пацаны, пацаны, ну, в принципе, Ванёк не лучше начал. Сейчас, подожди секунду, брат. Ну что, давай, Паша. Давай, да, что время терять, нахуй. 35 лет. Пацаны взрослые, надо трек начинать записывать, блядь, потому что скоро у Ванька концерт первый, сейчас он ебанет, раскроется как артист и дальше. Сейчас будет охуеть. Блять, ощущение, как будто его в последний путь отправляем. Да, такой смог. Последний Путин. Здравия желаю. Как вы знаете, мои ролики и творчество поддерживают друзья из полностью надежной и легальной букмекерской компании. Сочить бонус. Так, ну это мы знаем. Все, поехали. Просто расслабься, дай волю эмоциям. Давай, Ваня. Поддерживай аплодисменты. Тема. Давай сейчас какой Ванёк вайп настроит, такую тему возьмем. Ванёк, от тебя все зависит. И сейчас просто давление, Ванёк, короче, от тебя весь трек зависит. Если ролик хуйня, все вопросы к Ваньку, вот его инстаграм нахуй. Давай про женщин, которые не дают, которые френдзонят.
микрофона строго. Меня зовут Ваня. Я такой... Бля... Ребят, блядь, запомните, как... Как, блядь, записывать треки. Меня зовут Ваня. Я такой... Меня зовут Ваня. Я такой. Вот. Меня зовут Ваня, я такой. Ну-ка. А, я думал, блядь, я думал, там будет «Меня зовут Ваня, нахуй». Чел просто бит сидит, слушает. Все, здорово. Я залетаю на бит. Меня зовут Ваня. Я... Бля, там, даже там не так это было кринжово. Я чувствую, что пиздец, мы тут сейчас будет жесть дальше. Всем здорово, меня зовут Иван, я сука. Я не сука, я не уебан. Всем здорово, меня зовут Иван, я сука. Ебаный наркоман, я ебашу, я сука. Что там? А там будет вначале полагивать? Да не. Бля, что вы? Не хочешь подождать? А все охуенно. Трахаю телок. Ванёк. Ванёк единственный, кого трахает, это в этом аудиофрагменте, и все. На самом деле, тебя я ебал, потому что я, кроме руки, никого не ебал. Не трахаю твою суку, я трахаю твой диван. Хорошая была, ребят. Ну, согласитесь, разъёбная, да? Разъёбная? Плюс чат, если разъёбная. Ну, плюсаните, серьезно, норм было. Ну, ребят, ну зашло же, ну честно, честно. Вот резануло, есть как бы вот где-то, знаете, резануло где-то внутри? Ну есть же, да, такое? Нет? Честно. Диван, он честно, честно. Свои ножки, как вандал. Я трахаю твой диван, он раздвинул ножки, он вандал. Байкожье хуёво, блядь. Продолжаем вот эту красоту. Вот здесь быстрее съебались, охуенно. Надо выпускать. Реально очень нравится. Очень даже хорошо. Все, вот, нормально. С моего хуя капает. Он как кран. Он как кран? Типа, твоя жопа как капкан. А твоей пизды пахнет как так. Ребят, чтобы ничего не капало, как говорится, знаете, что делать. Тартар, нахуй. Возьми сейчас, открой текст, типа, Будда какой-нибудь, и ебашь его. У меня припев готов, но он будет жесткий, он будет про маму и про Диму. Да, чтобы не про мою маму. Я не подаю, про то, что ты ебешь матерей. Там в основном будет про мою, слышишь? Чел пишет, какой кринж. Парнишка, мы стримеры. Мы не пишем стихи, мы не пишем тексты для песен. Мы не фристайлим. Естественно, когда нужно что-то сделать очень быстро, ты будешь просто искать ближайшую рифму к любому слову. И в данном случае это слово «диван». Поэтому его и пришлось трахать. Все нормально. Это же рофл, это же какой-то прикол. Нет, это же какой-то прикол. Я беру на себя ответственность за свои слова, про свою маму. Ну, блядь, если ты в цирке, тогда плати билет, блядь, за билет входной, понял? Я вижу. Мама, можно я спою, как Дмитрий Ликс? Нет, ты сейчас можешь типа Димана представить. Сейчас за микрофон сядет уебан. И Диман начинает. Да. Сейчас за микрофон сядет старый уебан. А вот это, блядь, Ванечка, ты зря. Вот это ты перегнул. О, заебись! Это просто пиздец. Я так давно не переживал это. Не, если без подготовки какой-нибудь, знаешь, текстом написать, да, вот так вот, блядь. Еще самый первый, блядь. Но на самом деле, благодаря Ваньку, у меня там появился пиздатый куплет. То есть без Ванька я не знал, что придумать. Мне не хотелось придумывать прям жесткую тупую рифму, да. И какой-то гений в Телеграме скинул просто текст идеальный для меня. Там Диману типа продолжить нужно будет какую-то хуйню. Сейчас, в принципе, вы увидите мои возможности в пении, да? Почему я обычно не пою? Ну, типа, ты пизданул, а теперь Диман отдувался. Да, тебе звонёк. На записи Ликс. Бим-бим-бам-бам, посмотри сюда. Здесь... Ребят, стрим завтра будет, блядь. Рейд пчелки, ну кидаем нахуй, ухожу. Все, сегодня. Бим-бим-бам. Ты здесь уебан. Пам. Пам! Ты здесь уебан, рыжая хуйня. Юлечка, пожалуйста, извини. Извини, пожалуйста. Ой, как жестко получилось у меня. Бим-бим, бам-бам. Бим-бим, бам-бам. Я так кряжусь, я не делать. Кряхтит, но может. Типа что? Типа лол? Ой-ой-ой.
Типа, я сегодня не бухой, но меня ебут в очко. Ебут толпой, да, блядь, охуенно. Я сегодня не бухой, но меня ебут толпой. Я не знаю, что сказать. Сюда, постой! Ой! Ой! И чел, подписчик скинул ему текст, бедолаги. Старый с камер набите. Я готов ворваться в чарты. Тёлка с Тиндера на мне. Я дам модерку ей в чате. Попизди со мной, как с батей. Как тебя зовут? Ты Катя? Охуй. Слава. Я сейчас лёг. Закроешь, блядь, вам гештальт вопрос этот. Нахуя орать? Бля, приколись текст просто таким вот языком. Просто пять человек просто... Ну, Слава на опыте, на опыте ворвался. Давай скупим. И знаешь, я в этот момент, а что, так можно было? Эдика начнем. Блин, надо придумать нахуй. Я могу записать пока. Напомню, там что-то прокачивать. У тебя есть что-то? Да. Давай. Давай сейчас, ну, в принципе, так и должно быть. У кореша пиздата получилось. У кореша прикольно получилось. Это был Дима, и он трахнул Милфу. Трахнул эту маму, кончил ей на спину. Это старый Дима, и он хочет Дину. Он как будто панин, дикий будто псина. Дина, привет. Дальше писать? Конечно, естественно. Блять, а у меня дальше... Я могу... А у меня дальше нет! Это блять, больше... Да. Это больше как... Так обнадёжило, что дальше записано, а у меня... Я тоже хочу уйти, нахуй. Поднял много денег. Блять. Эмоционально, нахуй, давай. Эмоционально? Собрал, конечно. Живи. Ай-яй-яй-яй-яй! Пошло. Это было жестко. Ёбнул долбоёба на Маджести квартов. Поднял денег много за тот квартал. Снимем Барби вместе, с Ликсом трахнем Вейнал. А последний зрачка я придумал. Давай еще разок, потому что не вмятно нахуй сказал. Давай, окей. Ёбнул долбоёба на Маджести квартов. Поднял денег много за тот квартал. Снимем Барби вместе, с Ликсом трахнем... Блядь! Снимем Барби вместе, с Ликсом трахнем Вейнал. А дальше я не придумал. Чё, Влад, как считаешь? Вейнал. Нет, нахуй. Я просто представляю, чисто с малышкой какой-нибудь встречаешься. Ну чё, может, Вейнал? Ну, бля. Нет. Может, Вейнал? Скажи, что есть, если ты дизморалишься. А скажи, что нет. Я сейчас дизморалюсь. Нет. Типа вот так. А скажи, что у меня классный член. У него классный член. Да все знают. Скажи, что Палагин красавчик. Вейнал за безнейл. За безнейнл. Или Вейнал за нейнл. О. А, Вейнал за нейл. Вейнал за нейл. Да, Вейнал за нейл. Пашка. Половин красавчик. Скажи, что Ликс уебан. Бля, ну согласитесь, типа, это же гениально. Ты смягчаешь слова. Типа, ты так не можешь сказать «Go Vanal». Ну, блин, «Go Vanal», знаешь, это жестко звучит, а ты «Go Vanal». Все. Смягчено, понимаешь? Смазал. Пока только словесно, но смазал. Пан. Да кто? Это он. Да ебать, нахуй надо. Ну здорово, я тоже стал говорить, блядь. Или там, вагинейл. Может, вагинейл там. Чики-пуки, бим-бим, бам-бам. Ну, оставьте ли еще, Самый ебланский припев в мире, блядь. Чисто припев без слов, будет два слова. Чел пишет кринж, блядь, когда мы смотрим, в принципе, где он зарождался. Я бы нюхал бэбру. В принципе, вот это, блядь, вот это сейчас, это самый центр кринжа вот в тот момент находилось, понимаешь? Вот оттуда это ядро кринжа. Если бы был какой-то охотник за кринжом, ему нужно было бы попасть туда и разъебать это все, чтобы кринж исчез, понимаешь, чел? И ты мне пишешь кринж. Я бы нюхал бэбру, я бобер. Я бы нюхал бэбру и кайфанул. Бля! Браво, нахуй! Ебать, впадло текст нахуй придумывать, решили вот такой Согласен. Вариант сделать. Особо мозги не ебать. Давай попробуем. Все гениальное просто. Да не существует его, не существует. Кинул я тебя на прогиб, я эль прима. Эта сука хочет меня, но эй мимо. Эта сука хочет чек, пососи мне. Я люблю играть КС, как Колдзира. Что-то на благо немножечко похоже. Ясно спиздил. Что такое благо, Вайт, блядь, это мой голос, блин, я снимаю одеялся. День себя висят низко, ведь я... Посрал, кинул ей панчон, как... Блять! Да ведь на самом деле, ребят, вот без шуток, это пипец как тяжело. Понятное дело, что мы там сейчас несем... Все, о, я уснул. Ну, возраст все-таки, сами понимаете. Мы несем то, что в голову просто приходит, там ближайшее к рифме, да? Но по факту это очень тяжело фристайлить, особенно если ты не фристайлишь, потому что на это как минимум надо настраиваться, и как минимум это надо практиковать, да? Как любое дело, которым занимаешься. Это пипец как тяжело, это очень сложно. И помимо всего, на тебя еще давит, что тебе нужно это вроде спеть,
И вроде это не должно быть прям хуёво, то есть ты вроде должен во что-то попадать, даже не зная во что, там, в какой-то бит. Это очень тяжело. Сейчас вял. Это крутой опыт, это крутой опыт. О, честь забрал у девушки, типа. Если висят низко, ведь я посрал. Мог и не солдат, но он честь забрал. Твой оно глубокий, будто бы Байкал. Надо, бля, последнюю строчку ебануть. Джинсы висят низко, ведь я посрал. Мог и не солдат, но он честь забрал. Бля. Давайте я тебе скажу, ну, постанову ебаную запишем. Я такой, ну что, вроде заебись? И вы такие, да, давайте. Давай. Потом с вами нормально все. Ну что, вроде заебись? Да! Там, блядь, куда Ванёк там с рукой лезет наверх? Хуяем! Давай, Сань! Давай, Саня! Завершает сайфер про день. Я как-то weekend, gang holla bang. Вот, типа такого, только нормально звучит. I'm lazy bitch. Бля! I'm lazy bitch. Буква R. Ебать, мне букву R реально сложно сказать. Ты думал, ты не стал? Бля, я не могу букву R говорить. Я как-то уикенд. Gang holla bang. Нахер букву R. У меня дохуя дел. Какой же у меня хуевый голос, я сам себя слышу. Нормально слышишь. Это, кстати, вообще всегда, когда слышишь себя, это вообще странно. Не слушай свой голос. Людям вот слушай, ребят, не слушайте свой голос, слушайте свое сердце. Реально хуево будет. Давай расставим все точки над «и». Я обожаю сосать хуи. Нет, это полная хуйня. А я думал нормальный. Мне нравится, что все рифмы с буквами «и», «а» и так далее, и «л» переводятся в «хуи» и в «анал». Ну, ребят, а почему нет? Я бы хотел, чтобы в жизни каждый предлог «и» там, да, или... Не знаю, там... Не предлог, точнее. А что такое «и»? «И» — это что у нас? Союз, да? Каждый союз «и» и «а» переводился, ну, в «анал» и дальше. Это было бы прикольно. Но это не так, к сожалению. Едет бебер через реку, видит бебер в реке рак. Сунул в реку руку бебера, в рук за рак. И это буква, и это союз, если ты ее правильно используешь. Не в «анал», а в «хуи», точнее, сорян. Охуенно, стойте. Дайте послушать, это охуенно. Дима, чек века. Чек века, сейчас. Ну, Ванёк, тут по факту. Ну что, пацаны, стримерский трек готов. Мы сейчас выходим на улицу, пока еще светло, быстренько снимаем клип. Делаем красиво, и вы прям все это прослу... Ром, я мы снимаем клип, к Ване уезжаю слушайте, сразу. Кайфуйте, и, пожалуйста, поставьте лайк, к Ване будет уезжаю, очень приятно. Ром. И подпишитесь на всех пацанов, ссылочки в описании на них будут. И Палагину спасибо за терпение, блядь. Не каждый такие долбоебы вытерпит, реально, я вам скажу. Все. Let's go! Переход сделай. Переход? Вот так. Это сразу клип пошел, да? Оп. Всем здорово, меня зовут Иван. Я не трахаю твою суку, я трахаю твой диван. Он раздвинул ножки, он Ван Дам. Твою хуя капает, он как кран. Сейчас за микрофон сядет старый уебан. Бля, у меня чуть слова не попало. Посмотри сюда, ты здесь уебан, рыжая хуйня. Ой, как жестко получилось у меня. Бим-бим-бам-бам, бим-бам-бам. Старый скамер на бите, я готов ворваться в чарты. Тёлка с Тиндера на мне, я дам модерку ей в чате. Попизди со мной, как с батей. Типа что? Как тебя зовут? Ты Катя? Оп. Это был Дима, и он трахнул Милфу. Трахнул эту маму, кончил ей на спину. Это старый Дима, и он хочет Дину. Он как будто панин, дикий будто псина. Ёбнул долбоёба на Маджестик Квертл. Поднял денег много, много за этот Квертл. Сниму Барби вместе, с Ликсом трахнем Байнел. А дальше я не придумал. Я бы югал бэбру, 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 я бы бёр. Я бы югал бэбру, я бы югал бэбру, я бы югал бэбру и кайфану. Я бы югал бэбру, я бы югал бэбру, я бы югал бэбру и пукну. Кину я тебя прогиб, я эль прима. Эта сука хочет меня, но ей мимо. Эта сука хочет чек пасса. Низко, ведь я посрал. Мохуй не солдат, но он честь забрал. Кореша охуенно, да. Глубокий, будто бы Байкал. И я сейчас с кентами делаю вам кал. Ну еще вроде заебись. Я как-то уикенд, гейн холла бэнк. Нахер букву R, у меня дохуя дел. Бебру занихнуть, пол рэбэнк. Я как-то уикенд, гейн холла бэнк.
Видит бебр через реку, видит бебр в реке рак. Сунул в реку руку бебра, руку за рамку бебр. Чел пишет, почему из ушей говно идет? Потому что чел песня про бебру, братик. Едет бебр через реку, видит бебр в реке рак. Сунул руку в реку, руку в бебру, бебру. Звучит охуенно. Звучит охуенно. Охуенно. Второй трек будет. Лучший трек всей Руси. Да, блядь, чел, понятное дело, что это же рофл, но это, блин, это пиздато. Это пиздатый опыт был, это было прикольно, это было смешно, надеюсь. Типа, это должно поднимать настроение. Понятное дело, что тут, не знаю, если кто-то... Мне кажется, что никто не ждал трека, который должен там чарты сломать все.